Ветер сильный, юго-западный, но тепло, блин. Наконец-то тепло. Акмолинская область, Астраханский район, ТО «Актив». Именно здесь ратно трудится сцепка «Барон» гидрофицированная «Заря», которая была приобретена у нашей компании «Казагроэксперт». Данный агрегат шириной захвата 22 метра. И он агрегатируется с К-700, у которого под капотом 300 лошадиных сил. И как говорят местные механизаторы, К-700 справляется с «Зарей» легко. Сегодня здесь «Заря» задействована в очень важном агромероприятии – это закрытие влаги. Работаем по зябе на глубину где-то 8 сантиметров. В общем, наглядно. Смотрите, осенью здесь прошлись глубоко рыхлителем по стерне, спахали зябь. Вот остались вот такие вот комья, трещины везде. И вот тут уже работа «Зари». Как мы видим, трещин нет, комья разбиты. Констатируем факт, «Заря» справилась со своей работой. И однорядной немножко не хватает, так не выравнивает. Двухрядные, сейчас смотрим, выравнивает лучше. Тянет нормально, как бы меня пугали, что брали 21 метр и тяжело К-700. Вот этого я боялся. Здесь 22 метра, как бы проблем никаких нет, тянет. Скорость все нормально соответствует. «Заря», респект!